С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Осень сейчас в самом разгаре, новогодние праздники уже не за горами, и я решила сегодня поделиться с вами своим рецептом приготовления холодца и, конечно же, показать вам, как я его готовлю. Ну что ж, приступаем! Для приготовления холодца я буду использовать свиные ножки 2 штучки, свиная рулька, небольшой кусочек мякоти свинины и домашний бульонный петух. Я уже заранее все взвесила, и в описании под видео вы можете посмотреть, что сколько весит. Я также заранее все хорошенько промыла под холодной проточной водой, все чистенькое, аккуратненькое, и дополнительно еще вытерла бумажным полотенцем. Вот такие вот ножки, рулька. Мякоть я использую без жира, без сала, вот такой красивый мясистый кусочек. И для холодца желательно использовать бульонного петуха, не бройлера, а именно в магазинах пишут «домашний бульонный петух». Он более такой вот набитый, и холодец получится очень вкусным и очень хорошо застынет. Я его уже разрезала на 2 части и, конечно же, внутри хорошенько его промыла. Все эти ингредиенты у меня домашние, мне мои любимые родители передают из села, за что им огромное спасибо, я их очень сильно люблю. А значит, холодец у нас получится отменным по вкусу. Теперь все это нужно сложить в большую емкость и залить холодной обычной водой. Я все залила холодной обычной водой. Вода должна обязательно покрыть все ингредиенты, которые мы используем для холодца. Это я делаю для того, чтобы убрать кровь из кусочков, из которых мы будем варить холодец. Теперь все это оставляю в таком вот виде, в прохладном месте, как минимум на 3 часа. 3 часов будет достаточно, но, конечно же, лучше, если мясо будет вымачиваться где-то часов 5. Периодически, по мере необходимости, я буду менять воду. Как только вода станет такого вот розового оттенка, эту воду я сливаю и заливаю новой порцией холодной обычной воды. Мясо все хорошенько вымочилось. Я плохую воду слила и залила мясо холодной водой, на которой я уже буду варить холодец. Сколько нужно наливать воды? Воды нужно налить столько, чтобы она полностью покрыла все мясо. И от уровня мяса должен быть запасик еще приблизительно 3 сантиметра. Ну что ж, теперь отправляем холодец вариться. Холодец у меня уже начинает закипать. Сверху появилась пенка. Эту пенку нужно обязательно убрать. Я знаю, есть рецепты, по которым вот этот вот первый бульон, его сливают, потом снова заливают холодную воду. Ну и обычно варят так вот холодец. Но я этого не делаю. Главное вовремя убрать пенку, чтобы холодец не получился мутным. Пенку я всю сняла. У меня ее получилось не сильно много, так как мясо очень хорошо вымочилось. Теперь в холодец я добавляю репчатый лук. Репчатый лук я добавляю вместе с шелухой. Верхний слой шелухи я сняла, потом я лук хорошенько помыла под холодной проточной водой, посрезала грязные хвостики, и вот таким вот образом я отправляю лук в холодец. Сюда же добавляю морковку. У меня не сильно крупная морковка, поэтому я добавлю 3 штучки. Если у вас крупная морковь, то достаточно будет 2 морковок. Добавляю лавровый лист, перец черный горошком и перец душистый горошком. В холодец еще добавляю соль. Я добавлю немного соли. Пусть немножко холодец поварится, я попробую его на вкус и потом буду доводить до вкуса, который меня устраивает. Холодец слегка накрываю крышкой и теперь его буду варить на медленном огне как минимум 4 часа. Главное холодец варить на медленном огне, чтобы он сильно не кипел, а вот так вот слегка булькал. Холодец у меня уже варится 3 часа. Сейчас из холодца нужно достать морковку.
А сейчас нужно холодец посолить и довести до того вкуса, который вам нравится. Холодец снова накрываю крышкой и пусть еще поварится 1 час. Холодец уже сварила. Я его сегодня варила чуть дольше, где-то 4,5 часа. Как понять, что холодец готов? Посмотрите, вот мясо должно хорошенько уже отделяться от кости. Видите, какая вот у меня рулечка уже. Сейчас вам покажу, какие ножки. Посмотрите, все, что осталось вот от свиной ножки. Петушок также уже очень мягенький. Видите, вот мясо вот отходит замечательно от кости. И когда вы вот так вот вмочите пальчики в бульон, они должны у вас немножко вот так вот слипаться. Тогда вот у меня немножко слипается, липкая получилась. Значит, холодец окончательно готов. Из холодца нужно достать лук и все мясо вместе с костями. Мясо пока оставляю. Нужно, чтобы оно остыло до того состояния, чтобы мы могли в дальнейшем с ним работать. Бульон также пока отставляю. Он обязательно должен остыть до теплого состояния. То, из чего я варила холодец, уже остыло. Теперь все нужно разделить на мясо и кости и нарезать на небольшие кусочки. Шкурку я также буду использовать, так как у меня мясо домашнее, очень вкусное. И в моей семье любят шкурку. Если вы хотите, шкурку можете не использовать. Все мясо отделила от костей. Я не использовала кожу петуха и свиные ножки. В чистом виде у меня получилось мясо 1 кг 180 грамм. Бульон он у меня уже остыл, но еще теплый. Сверху на бульоне образовался толстый слой жира. Его сейчас очень аккуратно половником нужно убрать. Я постаралась убрать как можно больше жира. Теперь в бульон выдавливаю чеснок. Все хорошо перемешаю и оставлю в таком виде на минут 10. Чеснок добавляйте по своему вкусу. А теперь бульон нужно процедить. Я взяла мелкое сито, застелила его бумажным полотенцем и теперь сюда выливаю бульон. Бульон готов. Будем заливать холодец. На дно блюда выкладываем мясо. Выкладываем приблизительно толщиной 2 сантиметра. Морковкой с петрушкой украсим холодец. Морковку я буду нарезать вот таким вот фигурным ножом. Теперь всю эту красоту заливаю бульоном. Нужно, чтобы бульон полностью покрыл все мясо, и еще от мяса было где-то 1,5 сантиметра бульона. Холодец весь разлила. У меня осталось приблизительно 1 литр бульона. Холодца у меня получилось одно большое блюдо и 4 небольших судочка. Оставляю холодец при комнатной температуре до полного остывания. Когда он полностью остынет, его нужно поставить в холодильник для того, чтобы холодец хорошенько застыл, приблизительно на 6 часов.
Холодец постоял в холодильнике, хорошенько застыл, и теперь можно сказать, что холодец готов, можно его уже кушать. Холодец по этому рецепту получается прозрачным, очень вкусным. Посмотрите, как он хорошенько застыл, какой он получился красивый и аппетитный. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления холодца, и вы его приготовите на любой праздник. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. Приятного аппетита и до новых встреч!